За соблюдением порядка в день приезда президента Молдовы Майи Санду в Камрад следили сотрудники управления полиции. В этот же день, но уже ближе к вечеру, в сети появилось распоряжение, подписанное примаром муниципия Сергеем Анастасовым, в котором он запретил проведение митингов 10 апреля с 8 до 17 часов с целью соблюдения мер общественной безопасности. Копия распоряжения, подписанного мэром накануне 9 апреля, была отправлена в инспекторат полиции Камрад для исполнения указанных в нем требований. Распоряжение примара Сергея Анастасова на канале ГРТ прокомментировал спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Я так думаю, что Анастасову нужно хорошо подумать, что касается его распоряжения. Наверное, ему надо лучше думать на самом деле о порядке города, о мусоре и подобное. Но он уже хочет даже вместо Народного собрания принимать решение. Спикер сообщил, что распоряжение мэра Сергея Анастасова, в котором он запретил проведение митингов в муниципе Камрад 10 апреля, будет опротестовано. Я с юристами уже говорил, наши сейчас опротестуют это решение. Отметим, что мэр Камрада Сергей Анастасов входит в число мэров, встретившихся 10 апреля с главой Молдовы Майей Санду. Комментируя визит президента в Камрад для одного из интернет-порталов Гагаузии, мэр столицы упомянул акцию протеста, которая прошла перед Камрадским государственным университетом. В другой стране их давно уже закрыли бы всех. Они уже, наверное, отсиживали бы не первые пятилетия в тюрьмах. Но наша страна, она демократичная. И, к счастью, то есть эти протесты разрешены. Я сам вышел на их протест. Правда, мне не дали высказаться. Понятно, что их сторонники там были. Возможность высказаться на митинге у примара муниципия Камрад Сергея Анастасова была перед собравшимися. В том числе он сказал о распределении контрибуций из регионального бюджета. Контрибуции нам всего лишь 1,2 дали вместо 9. Проект сегодня теряет Камрад 23 миллиона. За последние две недели глава государства дважды посетила Гагаузию. 29 марта она приезжала в Кангас на открытие проекта по строительству линии электропередач и 10 апреля в Камрад, где провела встречу с примарами и пообщалась со студентами Камрадского государственного университета. Жители автономии оба раза собирались для того, чтобы задать вопросы главе государства, но ни в предыдущий, ни в этот раз так и не смогли пообщаться с президентом Молдовы.